Полевой ВВ, старший мастер. Тепловой узел. Зайдем? Второй этаж. Второй и даже третий. Что здесь написано? Альбом 2 что-то. Вот бычок, мы только-только про него разговор вели. Бычок, ЗИЛ. Это, смотри. Тест программой на выходном я ЗИКу. Может, ошибку. Вот, допустим. Нет, для компьютера. Да. Представляешь, сколько документации, она вся просто похерена и нахрен никому не нужна. Во! Не хочешь заняться макраме? Вон, смотри, сколько тут чего. Может тут. Что там? Выставка по обслуживанию. Кого? Типа, что за машину фиг знает. Так, ну, ты еще... Сейчас скажу. Ну, тут так. Обработки максимум. Фон со шпинделя. Продуманный код, супер сторон. Транспорт, подвеска, педагог. Технологическая карта, что ли? Похоже. Понятно. Ладно, у нас еще там пару этажей. Картишечки, кто отрубился. О, так здесь дверь вообще закрыта. Теперь открыта. Угу. Стеллажи вижу. Угу. Колдовщик, наверное, здесь был. Ну или что-то вроде этого. Давай дверь прикроем, может, на двери что-то написано будет. Нет, ничего. На двери железные. Да? Угу. Вода. Пожарохозяйственная. Пить нельзя. Ага. Однако. Походу бухгалтерия, что ли, была. Зонтик. Женский валяется.
Тоже документация всякая. Здесь женщина сразу видно работала. Угу. Вот. А вот здесь можно определить, какого это года. Игорек, глянь. 22.04.16. Годен до 18.10.16. 18 году. 16. Склад. Тут тоже какая-то бухгалтерия, видишь? Накладные какие-то. Что-то тут прописано все. Да. Нифига себе, по миллиону. А или за 1000. Подушка рессорная, Волга. А еще листа ничего. Не, это не так. А вы просто вставите? Да. Что там вообще? Что там? Щеточный. Да я не вижу. Диск щеточный полипропилен. Ага. Количество единицы измерения в цена в рублях 100 рублей. Ага. 16-й год нормально. А есть что небольшое такое? Ого, пожалуйста. Вот. Зажигание. Кольцо патрубка. Розетка прицепа евро. Это закупки, короче, поход делали. Отчеты. Понятненько. И вот здесь сколько дел всяких. Книга учета. Расходники. 1998. Угу. Я же говорю, все. Похерили, нахрен никому ничего не надо. Стол, кстати, неплохой. Вот. Опачки. Просто вот так выходим, и ты оказываешься уже на крыше здания в очередной раз. Вот скелет. Вот здесь стоял вот двигатель, его разобрали, как все в принципе в нашей стране разбирают. Ему, по-моему, рабочий. А мы сейчас его осмотрим. Вот так вот. Вон, видишь, за забором колючая проволока натянута. С электричеством, что ли? Да. Получается, мы туда попасть не можем. Колесо здесь скорее. Белое с этим. Зиловское. Не, не зиловское. От джипа от какого-то. Да, кстати. Просто стоит. Ну не, мы туда точно не полезем. Не в нашей компетенции. Оно огорожено, мы не имеем права лезть туда. Так точно, товарищ полковник. Получается, в ту сторону двигаемся обратно. Да, вот в тот бы цех попасть. Вот про тот я тебе говорил. Что-то мне подсказывает, что туда мы не попадем. А? Что-то мне подсказывает, что мы туда не попадем. На ручку, что ли? Ну это выключать и включать этот рубильник. Который на 380.
Да, удивительно, что здесь еще период, кстати.